очень плохо. Держись! Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, а все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты.
Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Вижу. Полезли наверх. Не, скользко. Не пройти. Это не наша задача – помогать таким мальчикам. Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? А что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что, я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Ого, мое досье. Чтоб тебя. Надо к тому окну. Натан, крупные проблемы. Натан, крупные проблемы.
Сестра Кэтрин! Черт. Сестра Кэтрин, я опять забыл ключи. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. Давай! Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Так, вот это прыжок. Давай, хватайся за руку. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Сюда! Легкотня. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. О. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. А ты чем занимаешься? Так, я работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Ну что, кто не рискует, тот не бьет!
Поменьше думай! Ты сможешь! Держу! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Но клёво же. Ага, ещё как. Сюда. Я сейчас. Теперь прыгаем. Ага. Так. Посерединке. Аккуратненько. Потихоньку. А! Упс. Это ведь не грех. Боже мой! Эй! Так. Посерединке. Аккуратненько. Потихоньку. А! Упс. Это ведь не грех. По-моему, грех. Да ты крутой. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Красивый вид, а? Да. Неплохо. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Ладно, Нейт, давай, ты сможешь. Ну, прыгай. Не думай, просто прыгай. Макар! Держу! Давай! Ну-ка. Получилось. Ага. Ну, конечно. Так, иди за мной. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, ну Нейтан. Попробуем. Так. Ладно. После тебя. А теперь вниз.
Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм, на том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Eres puro cuento. ¡Elimínalo! Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡No puedes conmigo! ¿Te gusta esto? ¡Muéstrale al gringo quién manda! ¡Vuelve ahí, perro! Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Rompa el brazo! ¿Qué tal esto? ¡Qué piña! ¡Gárrenmelo! ¡Sí, chaspaldos! ¡Lucha como un hombre! ¡Dale una paliza! Ты напросился. Toma esto, pendejo. Спасибо. Теперь попался. Эй, Густаво! Давай. Esto es por meterte con nosotros. Ya lo tienes. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¿Quieres hacerlo? ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve! ¡Le rompe ese gringo, amigo! ¡Davay, amigo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Rómpele la cara! ¡Poli! ¡Ya basta! ¡Una paliza, güey! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¡Dame nitrales! Правда, дружок? Voy a matar, gringo, come mierda. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Te voy a sacar por el culo. В одиночку. Увести. Его están esperando aquí, ¿eh? Открой. Да ладно.
И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Такой сон снялся. Эй! Ладно, полегче. Ладно, успокойся. Кульпа, пендехо. Эй, а можно мне хоть душ? Заткнись. Утречка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок! Давай наверх! Вывожу заключенного. Открыть ворота! Рад тебя видеть. Я... И влажно. Приветствую в Панаме. Эй, гринго! Ви ло ке хисте а Густаво! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Назад! Прочь оттуда, выродки! Эй, tranquilízate. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Открыть ворота. А dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. Te lo advertí. No escuchaste. Ты там mirando. Нет, амиго, ничего. Назад. Этот поручен мне. Бен. А куда меня ведут-то? Увидишь. Пора. Нет, не сюда. Ладно. После вас. Да, ничего подозрительного. Это же не кабинет надзирателя, да? Влево. Да, я понял. Сюда. Сюда? Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да. Мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу.
Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь? Райские богатства? Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Принес, что я просил? Да. Спрятал прямо здесь. Под столом. У ящиков. Ага. Спасибо. Ну вот, расплюнуть. Бинго. Вот мы и в деле. Это должно сработать. Тюремная камера. Как мне туда добраться? Погнали! Тут можно съехать. Зацепиться за шесть. Видел бы это, Сэм. Вперед и наверх.
Нужна камера на самой вершине. Бернс насладился видом перед казнью. Не пройдешь. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Ладно, куда мне? Поразительно, что тюрьма еще цела. Испанцы строили такие вещи на совесть. Скольких пиратов тут сгноили? Сейчас в тюрьмах плохо. Ладно, не буду врать. Это круто. Сэм такое пропускает. Камера Бернса. Да это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать? И какой же смысл в этих закорючках? Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Хм, похоже на часть символа. Хм, вот и вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион.
И римская цифра 2. Нет. Ну, и где тут у нас стрелец? Стрелец. И римская десятка. Нет, не тот. И не этот. Ничего, стоит свериться с письмом. Нет. Нет. Нет, не тот. И не этот. Ничего. Нет, стоит свериться с письмом. Десять и два. Крест и две черты. Ух ты, что у нас тут? Digna factis recipimus. Больше ничего. Ладно. Пора назад. Давай!
Надо смотреть под ноги. Так не может. Бедное мое плечо. Вон, Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел.
Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Yeah.